И самые последние новости из Барселоны. Каталонская полиция обнародовала фото 4 подозреваемых в причастности к теракту. Все они, предположительно, марокканцы в возрасте от 17 до 24 лет, проживают в провинции Риполь. Еще 4 подозреваемых, напомню, уже задержаны. Беспрецедентные меры безопасности введут в Киеве. Ко дню независимости связано это не только с праздником, но и с визитом главы Пентагона. Джеймс Мэттис планирует принять участие в торжествах и встретиться с президентом Порошенко, а также с министром обороны Полтораком.